Вот куда дичка забралась. Да, Дизель? Дизель молодец. Вот послушная, куда залез. Так, сейчас покажу, как она туда заходит. Дизель, иди ко мне. Рядом. А, ряд. Все, заходи. Заходи, что мне? Да, есть такое дело. Барьер. Место. И там. Сет. Сет. Молодец. Послушная псина. Давай морду. Ногтики ей покрасил вон сегодня. Чуток. Да, Дизи? Диск. Ну посиди там чуть-чуть, посиди. А где пробочки? Пробочки? Да, вот эти, колпачки. Для чего? Ну, я хотел 100 грамм ему дать. А, да он так все заведет, Сань. Давайте так сначала попробуем. Да не, Иль, надо же ему для разгона давать обязательно. Бля, вот он же этот диффузорчик. Да я же его туда засунул. Ладно, пускай. Так, день 125. Или, а где пробочка? А вот. Ничего. Тут не сморозилась, да, и? Да, тут подморозилась слегка. А, будем опять пробовать заводить эту шарманку. Так, сразу перекрыть надо. Да, и перекрывай. Потому что ему сейчас... Ему сейчас нелегко придется. Поняли? Я думаю, не надо там что было вливать, сразу бы так пшикнул. Он сейчас пшикнет туда его, поняли? Может по 100 грамм, Айвен? А 100 грамм все для подогрева, так сказать. Может пошатить? Может. Так, я перекрыл пока. А вы пока мисли, вот эти, когда сейчас оно все масло, стекло, не поднимайте, не опускайте, просто хай работает. Заводите, хай работает. Пока мисли, те штуки не трогайте вообще. Ну, их вообще не трогайте. О, поняли, еще и держал. Значит, хорошие манжеты еще. Так, я так полгаза даю. Ага. Завожу их. Чай, Иван. Мы ее хоть не потоптали. Кого? Камеру. Ну, в кармане было. Так, завели мы трактора. Пробовали ехать, буксует. Подомкратили, карпит закинули. Сейчас попробуем, как оно будет. Надо этот. Пошел я за штуком. Понял. Ага. Посмотрим, что за дальше будет за история. Четвертый день с ним дурачимся, ничего, ни инструмента нормально нет, ничего, так подручными средствами пользуемся. Вон Дизель даже помогает. Поднимается и опускается вот эта штука постоянно, надо подъехать сейчас к бэкхоу и подцепить, чтобы обратка пошла, чтобы не поднималась, не опускалась эта шарманка. Заходите в свой трактор. А ну, одеть сразу этот или нет генератор?
Генератор сразу одеть или потом? А сейчас попробуем мы. Что он покажет нам? Сейчас вот эту, видишь? Ничего не трогать, хоть так и будет заслонка. Да, да, да. Я не думаю, что он остыл. Что-нибудь сделать, Ай? Сейчас надо его залить. Понял. Сразу поднимает и глушит его, поняли? Да, сейчас заведем пока и все. Буксует собака, Айван. Да. Вперед, не по скорости. Надо вот этот лед подрубать под передним колесом. Подожди. Ну попробуйте его вперед подтянуть. Что-то под колеса подложить сейчас. Я так и подумал, что сейчас я что-то под передние колеса подложить сейчас. Две досочки. Ай, он помните те зелененькие, что мы там подкидали? Сейчас я принесу. А где ломик? Есть что? Может, у вас не было передней скорости? А? Скорость передняя была. Не, Иль. А, да, может. Ну, лучше здесь насыпать, Иль. Что, ведро?
зайва. Разгон ему дайте, Айва. Да-да-да-да, о, с разгоном. Так, еще разгону. Я сейчас карпит достану, Айва. Я карпит достану.
засыпает. Ну, уже чуть выкопали, а то постоял по колесным. Так, и... Сами зарданете или помочь? Сейчас попробую, не знаю еще. Помочь, я думаю, надо. Сейчас, иди. Давай. Так, посередине дорожки. А ну-ка, его крутите. Вот. Давай. Уже докуда доехали, там стоял, буксуй идти на тяжелый, задок легкий, невозможно выехать. А вон байк, о, уже почти доехали. Передней передачи нету, чтобы вперед поехать. Вон где бэк-холл. Буксует просто. Не можно доехать. Но тут нереально достать оттуда, пока снег не растает. О! Надо, короче, еще один кусок карты-то надо. Как только доходит сюда, начинает буксовать. То колесо даже не проворачивается, поняли? Надо засыпать вот эту ямку сейчас, вот тут. То, что он нам спереду выгреб, и карпет положить. Брались ехать домой уже. Вот что ночью выпало, сколько снега. Все в снегу, не знаю, дела, цепи или так попробовать. Ну и так попробую, если стану, тогда накину цепи. Жгай, он машину мне обмел. Сейчас заведем ее, пусть фурочит. Пусть буркает. Захватил.
Сейчас, Эль. Айван, погнали мы. А, Иля, да, добро, давайте. Вон, вы видали ваш трактор? В будущем. В кабину пришварим. Мальчик мёд. Сам за это замкается сам. Все, давайте. Все. Love you. Конфетка. Да, конфетка. Да?